живописец, график, педагог. В выборе профессии у художницы сомнений не было. Татьяна Орлова Булычева родилась в семье художника. Название пятой предюбилейной выставки «Золотая береза» совпадает с названием ее книги о пейзажной живописи. На нашей выставке представлено 45 работ. Это портреты, портреты членов семьи, автопортреты. Это очень удивительные такие легкие пейзажи, которые она делала и в окрестностях Саранска, и в каких-то своих творческих командировках. Одна из самых свежих и любимых работ – портрет внука Алёши. По задумке автора, образ гордого и смелого мальчика подчеркивает яркая эмблема на одежде. А любимый питомец рядом привлекает не меньшее внимание. В основном я работаю над в жанре портрета, потому что для меня это интересно. Мне интересен человек. Назвала я выставку свою «Золотая береза», потому что она находится как центральное произведение на обложке моей книжки, изданной, посвященной творчеству пейзажному. Татьяна Орлова-Булычева – постоянная участница художественных выставок. Ее произведения живописи находятся в частных собраниях в 9 странах мира. Посетители же музея имени Воронина познакомиться с ее работами могут до конца октября. Дарья Воронина, Александр Овчинников. Народные новости.